песня, не вошедшая в альбомы, часть 10 «Стань птицей», написанная в 1983 году. Исполнялась на квартирных акустических концертах. Сохранилась запись исполнения этой песни на концерте у Павла Краева в мае 1984 года. Не вошла ни в один из официальных альбомов. Вышла в 1996 году бонус-треком на диске 46. 15 августа 2010 года на канале 100 ТВ был показан короткометражный фильм Анастасии Щербаковой «Стань птицей» в памяти Виктора Цоя, который, судя по многочисленным отзывам, был довольно тепло принят поклонниками и заслужил одобрение близких и родных Виктора Цоя, а также музыкантов группы «Кино». Народ помнит то, что он хочет помнить. Вы ему сколько не скармливаете, что он не хочет помнить, он этого помнить не станет. Поэтому с Цоем происходит вот этот самый исторический процесс. Его почему-то сегодня хотят помнить, и именно поэтому мы сегодня с вами о нем разговариваем. Это значит, что Цоя будет справлять и 25-летие, и 50-летие. И когда будет 200 лет Виктора Цоя, то тогда мы скажем, что Цой, как Пушкин, это наше все.